Привет, друзья! Вот как готовиться к волнующей вас встрече? Во-первых, надо высыпаться, потому что погода меняется, а когда погода меняется, растет атмосферное давление, потом падает, потом температура меняется, потом дождь, ветер, может быть, осадки какие-то. 12 дней надо записывать себе вот эти параметры, 4 параметра, это первое. И вот теперь перехожу к главному. В любой день, в любой вечер, если вы в ожидании встречи важно, или готовитесь выступить на важной встрече, переговоры провести или песню спеть, неважно, вам нужно иметь красивый вид, внутреннюю свободу и хороший голос, чтобы он был такой магнетический, заманчивый, привлекательный, уверенный и так далее. Что для этого надо сделать? Вот, допустим, вы встали, только встали, и поэтому берете точки на затылке. И вот я поднимаю специально, чтобы вам показать. Берете точки на затылке, но перед точками на затылке очень важно сделать точки на висках. Я специально так переставил слова, где чего нажимать, чтобы обратили ваше внимание. Смотрите, что надо делать. Это удивительная штука. Это занимает всего полминуты. Ну, потрясающе. Смотрите. Итак, берете виски и начинаете через букву звук ры рыча разминать височную область. Вот так. Как мотор заводите. Это для того, чтобы прочистить гортань, чтобы у вас потом голос был прекрасный, магнетический. Еще раз. Вот затылочные точки. Здесь есть болезненность определенная, вы ее нащупаете, но делать аккуратно. А то, как говорится, дашь свинье Богу молиться, она и лоб расшибет. Ни в коем случае никакого фанатизма. Итак, да, вот так вот сделали, а потом затылочные, берете кулаки и затылочные вот так вот разминаете, как будто мотор заводите. Ну, это мальчики могут быть лучше сделать, а может быть девочки еще лучше сделать, потому что им очень важна красота, это их оружие. Ну, я юморист, вы понимаете, но вы слушайте внимательно, вот так разминаете, я показываю. С выдыханием через уха. Через уха. А потом воротниковая зона. Берете руку, подкладываете другую, подбиваете кулаком, положили и разминаете, чтобы наладить венозный отток, чтобы вообще улучшить кровоток мозга, чтобы капилляры не забивались, чтобы кровоснабжение мозга освободилось, и вы стали такой уверенный, вам хочется уже говорить, убедительно петь. Да, и голос тут, и манеры, у вас все меняется, это все можно сделать за полминуты. Итак, вот так. Потом вот так, потом вот так, воротниковые зоны, зоны Захарина Геда, подложив руку. Все это сделали быстро, да, и почувствовали себя умнее, красивее, увереннее. До встречи на вебинаре.